Вот сварил вот такую вот лодку из ПНД. Под парус. Парус вот сюда вот будет вставляться. Киль и парус вот здесь крепляется. Вот такой вот аппарат для сварки ПНД. Ну тут болгарка, машине, вот такая вот лодочка получилась. Работаю в данный момент по спарке вот таких вот лодок из ПНД. Ну такая вот красота получилась. Сейчас надо все все обработать, сделать их красивыми. Перевернуть, наружку еще обварить и можно на лодку.